Иди, иди, бери. Ольга Владимировна, ну вот бюджет новый, тоже сложный, конечно, но, по-моему, все попроще будет, чем в прошлом году, потому что в прошлом году все совсем тяжело шло, насколько я помню. А что касается социальных статей, здесь что-то изменится, что-то будет сокращаться, что-то будет, наоборот, увеличиваться. Вот в частности, может быть, питание, тоже такой наболевший вопрос. Бюджет, вот я и в прошлом созыве работала, и в этом созыве, и каждый год мы рассматриваем бюджет, и он каждый год сложный. И каждый раз мы понимаем, что денег ограниченное количество, и приходится по каким-то статьям, значит, сокращать расходы, где-то увеличивать. То есть это процесс постоянный. Но наша задача вообще любого депутата и меня как представителя комитета по образованию, конечно же, отстоять основные позиции, чтобы таких существенных сокращений, во-первых, не было, и чтобы при этом не пострадали либо категории работники бюджетной сферы, образовательных учреждений, дошкольных образований, и, конечно, население. Поэтому сегодня мы рассматриваем бюджет только предварительно в первом чтении. И, конечно, все основные поправки у нас будут готовиться ко второму. Но учитывая, что у нас уже прошли депутатские слушания, и мы свою позицию высказали по социальным направлениям, я хочу сказать, что ряд позиций все равно мы отстоим. Это касается и питания, и уже сегодня вы слышали выступление нашего министра финансов, что позиция депутатов будет учтена, и сокращение финансового на питание школьников не произойдет. Наоборот, мы увеличиваем стоимость питания с 35 до 40 рублей. Все льготные категории абсолютно, они будут питаться бесплатно. Другое дело, что мы предлагаем новую схему организации питания только для категории детей с 1 по 4 класс. Опять же повторю, что все малоимущие, малообеспеченные, они будут питаться за счет областных средств. Остальным будет предлагаться доплачивать в размере 50/50, то есть 20 рублей. То, что касается расходов, связанных с поддержкой образовательных учреждений, это ремонты школ, это видеонаблюдение, пожарная безопасность. Но, вот, к сожалению, пока вот по этой статье в областном бюджете мы увидели ноль на следующий год. И я думаю, что мы обязательно эту позицию будем отстаивать. Причем такая же ситуация была и в прошлом году, в прошлом бюджете. И нам удалось дополнительные средства на проведение ремонтов в школах заложить. У нас сегодня недостаточно средств, мы видим, в областном бюджете заложено на приобретение школьных автобусов, на приобретение учебников, на обеспечение интернет-услугами всех школ. И мы тоже будем вносить соответствующие предложения и поправки для того, чтобы эти статьи нашли свое отражение в бюджете 2015 года. Вот если еще затронуть вот с питанием, просто нашумевший вопрос, наболевший, можно сказать, вот это так называемая, это есть так называемая адресная помощь, да, что она дает, как бы, ну, понятно, что может быть частично разгрузить бюджет, и почему все-таки решили принять такое решение? Потому что спорили много, я помню. То, что касается бесплатного питания, я еще раз подчеркну, что экономия здесь получается очень маленькая, потому что мы, наоборот, еще увеличиваем стоимость питания. Так как мы пообщались с родителями, пообщались со школами, мы проехали эти школы, и мы на сегодняшний день увидели, что 35 рублей уже не хватает. И в сельской местности это удаленность территории, это дополнительные транспортные расходы, это удорожание продуктов, поэтому мы предложили все-таки увеличить до 40 рублей. Вторая наша задумка, это, конечно, привлечь родителей к тому, чтобы они контролировали качество питания своих детей. И когда я, как мама, плачу за своего ребенка 1, 2, 3, 5 рублей, то есть я могу и спросить, во-первых, со своего ребенка, то есть покушал ли он в школе или нет. То есть мы таким образом контролируем еще своих детей в плане питания. И третий момент. Мы, конечно, стимулируем организации, которые организуют питание, делать его более качественным. Потому что тоже не секрет, мы видели это в некоторых школах, что дети не все съедают, то есть им не нравится то, что приготовлено сегодня в школах. И часть продуктов и областных денег, причем больших областных денег, у нас просто идет в ведро. Поэтому задача, если родители контролируют питание детей, они будут контролировать и качество приготовления. И фирмы, которые это делают, они будут в этом заинтересованы. Это показывает опыт и других регионов, где такая система уже введена. И если родители увидят, что ребенок хорошо, полноценно питается, может быть, они будут готовы еще больше доплачивать ради того, чтобы дети были здоровы и они могли полноценно и вкусно питаться в школах. А какие-то подсчеты уже есть? Вот кто остается все-таки на бесплатном? То есть, ну, это льготники, те, кто попадает в эту категорию, а кому придется вот на систему 50-50 прийти? Вот.
соотношение, может быть, количество подсчитано уже? Это пока сложно просчитать, потому что это делается ведь по заявительному принципу. И у нас на сегодняшний день все дети ведь с 1 по 4 класс получали бесплатное питание. То есть у нас не было такой информации, в общем-то, и, наверное, таких заявлений. Поэтому мы хотим еще раз полгода ситуацию мониторить до мая 2015 года и затем уже принимать решение по второму полугодию 2015 года. То есть, опять же, оставляем мы в таком формате 20 на 20 и дальше продолжаем. Либо, может быть, мы уже уменьшаем, и доля областного бюджета будет не 20, а 10, а родители 30, например, рублей, да? Либо мы вообще вернемся к прежней системе. То есть все равно мы должны посмотреть, то есть как эта система будет работать. А новая система уже с Нового года начнется, да? Да, с 1 января. А что нужно будет родителям сделать, вот, которые хотят получить бесплатно, пытаются там какие документы собрать, куда обратиться? Вот, эта информация, она, конечно, будет через родительские собрания, через школу доведена до родителей. Я знаю, что сейчас уже пилотные проекты запущены в некоторых школах города Ярославля, то есть и они пробируют систему включения персонифицированного учета, введения специальных карточек, по которым будет отслеживаться, то есть и посещение школы, и питание ребенка, и деньги, возможно, варианты переводить на эту карту, чтобы ребенок не пользовался наличными деньгами, потому что мы понимаем, что если деньги могут быть наличные, ребенок их может потратить на пирожок, на сникерс и так далее. Поэтому вот сейчас у нас еще до конца года эта система проходит проверку, и мы в ближайшее время тоже будем просить правительство Ярославской области познакомить депутатов все-таки, к какому варианту они пришли. И у нас есть еще впереди полгода для того, чтобы понять, услышать мнение родителей, учителей и детей, изменилось что-то у нас в питании на сегодняшний день или нет. То есть уже потом летом принимать решение. Да. Спасибо большое. Так.